мы все выйдем в поле вовремя, посеем зерновые в срок, подготовлена техника, готовая выйти в поле, есть определенное количество минеральных удобрений, заготовлены кондиционные семена, люди настроены решительно, чтобы вовремя и в сроки это все посеять, обеспечить страну продовольствием, хлебом, в основном хлебом. Планируется посеять по хозяйству 2800 гектар ранних яровых культур, из них пшеницы 200 гектар, 1700 ячменя, 300 гектар овса, зернобобовых 250 гектар. Также планируется посеять просо 200 гектар и 150 гречихи. Ну и в последующем потеплеет, уже будем заниматься посевом кукурузы.